А накануне в летнем амфитеатре прошел День Украины. Наши соседи как раз тот базис триединства и славянских традиций, на которых строился фестиваль «Славянский базар» с самого начала. Украинцы приехали в Витебск внушительной делегацией, без малого сотни человек. Это включая артистов, постановочную группу и другие службы. В концерте приняли участие топовые артисты, включая Ирину Билык, Таисию Повали и, конечно, Тину Кароль. Приветствие гостям и участникам Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске направил президент Украины Владимир Зеленский. Гостеприимная белорусская земля встречает украинских мастеров и их поклонников, которые вместе создают праздник хорошего настроения, настоящей дружбы и вечных ценностей. В искусстве нет границ, его цель – вдохновлять и наполнять счастьем, говорится в приветствии.